Hot English with Hotspot. We will English you. Как можно быстро выучить любое иностранное слово? Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Самый простой способ – запомнить часто употребляемые выражения с этим словом. Тогда оно запоминается в контексте, обрастает ассоциациями, которые, в свою очередь, помогают нашему мозгу в изучении иностранного языка. Например, мы хотим выучить слово «help». Вот какие фразы и идиомы встречаются с этим словом наиболее часто. Sorry, I couldn't help myself. Извини, не сдержался. Или чуть более пессимистичное. It can't be helped. Тут ничего нельзя сделать. Если нам нужна помощь, мы можем сказать help me out, что означает выручай. Если же мы хотим предложить помощь, мы задаем вопрос can I be of help? Я могу чем-нибудь помочь? Когда мы предлагаем угощение, мы говорим help yourself to the cookies, что переводится как угощайтесь печеньем. Или же may I help you to some more vegetables? Могу я вам предложить еще овощей? Зачастую слово утрачивает свое значение, передавая смысл предложения. Например, как во фразе «You've been a big help, thanks», что в русском языке означает «Вы мне очень помогли, спасибо». Hot English with Hotspot. We will English you.